народный артист России Александр Сладковский. Thank you.
Добрый вечер, друзья, дамы и господа. С самыми теплыми чувствами приветствую вас здесь, в столице Республика Абхазия. Сегодня нам предстоит с учащенным биением сердца прожить сверхожидаемое счастливое событие. Это главный концерт, вершина, своеобразный пик 17-го международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава» приглашает. Вот, я слышу ваши голоса, отлично. Всю Абхазию, всю славную страну за несколько дней до этого счастливого мига уже слегка лихорадило. И это, безусловно, была любовная лихорадка. Так, когда отсчитываешь каждый момент перед свиданием с обожаемым человеком. Фестиваль по традиции привлекает лучшие оперные имена. Так, до этого в Большом зале Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского состоялся фантастический концерт, где партнером Хиблы выступил всемирно известный тенор Хосе Кура. Но даже большой зал консерватории в Москве слегка теряется перед размерами такой аудитории, такого пространства. Они как раз под стать масштабу наших титульных солистов сегодня. Вот уж сразу вспоминаются слова Вольфганга Иоганна фон Гёте. «Величие искусства яснее всего проявляются в классической музыке». И тут важно помнить тех, кто поддерживает, кто помогает классической музыке. Наши особые слова благодарности президенту Республики Абхазия Раулю Хаджинба. На сцене один из лучших мировых хоровых коллективов, академический большой хор мастера хорового пения под руководством народного артиста России Льва Конторовича. На сцене коллектив, привыкший к повышенному вниманию прессы и публики, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством народного артиста России Александра Сладковского. Да-да-да, это тот самый оркестр, что привык выступать в самых лучших залах классической музыки, таких как Венский Мюзикфераль или упомянутый ранее Большой зал Московской консерватории. Но сегодня наше с вами дружеское широкое пространство не страдает излишней филармонической чопорностью. Мы с вами открыты для всех жанров, кроме скучного. А программа составлена так, что прославленные солисты будут подниматься и до высот настоящих оперных трагедий, и ближе к финалу устраивать сюрпризы и музыкально шутить. Да-да, в общем, как говорил король в замечательном фильме «Обыкновенное чудо», мы будем кутить весело, беззаботно, со всякими добродушными выходками. Сегодня вся мощь хора, вся мощь оркестра, ударных, струнных, духовых, меди, направлены на то, чтобы засверкали бриллианты лучших мировых арий, дуэтов, народных песен в исполнении фантастически феноменально одаренного лучшего баса планеты, дважды лауреата премии Грэмми Ильдара Абдразакова. И
любимой во всем мире, гениальной дочери Абхазии Хиблы Герзмава. Женский голос, как ветер несется, черным кажется, влажным, ночным, и чего на лету не коснется, все становится сразу иным, заливает алмазным сиянием, чем-то где-то вокруг серебрит, и загадочным одеянием невообразимых шелков шелестит. Народная артистка Республики Абхазия и Российской Федерации Хибла Герзмава. Джузеппе Верди, сцена и каватина Леоноры из оперы «Трубадур». Thank you.
Жорж Бизе, куплеты из «Камиллы», из оперы «Кармен». На сцене Ильдар Абдразаков. Привет, Абхазия! Il silence, il a trifame,
Джузеппе Верди, хор «Цыган» из оперы «Трубадур». Thank you.
Винченцо Беллини, Каватина Нормы из оперы «Норма». Thank you.
Верди, интродукция и хор ведьм из оперы «Макбет». Сейчас на эту сцену вновь выйдет Эльдар Абдразаков. У него, конечно, очень положительный образ в жизни, но так ему повезло на сцене, что в основном все его герои отрицательные или резко отрицательные, ну или просто законченные злодеи. И вот сейчас прозвучит ария графа де Сильвы из оперы Джузеппе Верди «Эрнани». Кажется, что Эрнани — это женское имя. Нет, это имя, за которым скрывается благородный разбойник из Испании средних веков, которого зовут Хуан, ну как еще в Испании, конечно, Хуан Арагонский. И этот Хуан, прекрасный, молодой, дерзкий, влюблен в прекрасную Донну Эльвиру. Привет вам, Эльвира Анатольевна. И у молодых все было бы хорошо, и все бы у них сладилось. Но у Донны Эльвиры есть дядя, которого зовут, его полное имя этого графа, вельможи испанского, Дон Руй Гомес де Сильва.
Как вы понимаете, хорошего человека гомосом не назовут. И вот этот Дон Руй Гомес де Сильва заходит в комнату и застает там свою племянницу, за которую он готов уцепиться руками и ногами, потому что сам любит ее безумно, желает, чтобы она стала его женой, а тут этот молодой соперник. Итак, именно в этот момент злодей де Гомес в лице Ильдара Абдразакова застает влюбленных. Onor, signori, inolt onor andrà. Scudieri, lazza me, la spada mia, la dica silva vuol mettere in thank you.
Brown, the windy chair, Ras Aviliar, Ancora, Sabral, in Amia Terjana, Oviso, Sol, Cadra, Me patre, Martel, Subito, Stegno, Caminigo, Cerca, Descende, Partido, Perfido, la mano temerò, non tremerò, non tremerò. Cercando sende il perfido, la mano tremerò, la mano, la mano. No, no, non tremerò, la mano tremerò, la mano, non tremerò. Brando vinni c'è, resta il miliardo ancora, saprà l'infamia tercera, o vito suol cadrà. Me fa tremante il subito, segno che mi dimo, o cercando sempre il perfido, Sente il perfido, la mano tremerò, non tremerò, non tremerò. Cercando sente il perfido, la mano tremerò, la mano, la mano. No, no, non tremerò, la mano tremerò. La mano, no, non tremerò. Друзья, сейчас прозвучит произведение, которое называется «Панис Ангеликус» – «Хлеб ангелов». И это предпоследняя строфа из гимна, написанного Фомой Аквинским для одного из религиозных праздников. В 1872 году французский композитор и органист Сезар Франк написал музыку для этого гимна. Итак, «Панис Ангеликус».
Друзья, сейчас прозвучит фрагмент из знаменитой оперы Джузеппе Верди «Набукко». «Набукко» — это вариант итальянского произношения имени царя Навуходоносора II, и опера целиком основана на событиях, описанных в Библии. В опере повествуется о бедствиях евреев, об их пленении вавилонянами, а затем отпущении на родину царем Вавилона Набукко, Навуходоносором. И как раз в состав оперы входит знаменитый хор евреев «Ва пенсиеро» — «Лети мысль на золотых крыльях». Мысль — это о родине. Итак, Джузеппе Верди, хор плененных евреев из оперы «Набукко». Thank you.
друзья, спасибо вам за теплый прием. Хотелось бы услышать ваши голоса без аплодисментов, просто. Какой потенциал для мировой оперы, фантастика. Сейчас мы чуть-чуть отдохнем от прекрасного вокала, потому что у нас фантастическое событие. Вот на этот дивный подиум выйдет очаровательная девушка. И это будет исторический момент в каком-то смысле. Потому что эта девочка, которую зовут Кристина Чкотуа, пока единственная абхазская студентка за всю историю российского балета. Она обучается в Санкт-Петербурге в Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Кристина Чкотуа! Триго, вариации Флоры из балета «Пробуждение Флоры». Это первое выступление на такой аудитории. Родная Абхазия приветствует тебя, Кристиночка. Запомни эти мгновения. Сделай все, чтобы республика тобой гордилась. Джузеппе Верди. Ария Леоноры из оперы «Сила судьбы».
Шарль Гуно, куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст». На сцене Ильдар Абдразаков. Ильдар Абдразаков. Спасибо. Джузеппе Верди, пролог из первого акта оперы «Аттила».
заглавие оперы Джузеппе Верди вынесено имя кровожадного вождя гуннов Аттилы. И кто, как не Эльдар Абдразаков, лучше других подходит на такую роль? Обаятельный, но очень зловещий герой. Скажу так, Хибла приводит сюда в Абхазию, конечно, первых лиц мировой оперы. Достаточно сказать, что Нью-Йоркская Метрополитен Опера специально под имя Эльдар Абдразаков восстановила оперу «Аттила», которая до этого за всю историю этого дома шла там всего один раз. Эльдар Абдразаков сделал этот город как русский, российский певец. Ну, а в продолжении... Спасибо. Ну, а в продолжении этих зловещих образов еще один Мефистофель. На этот раз знаменитейшая ария со свистом. И бессмертное творение Гёте вдохновило как минимум трех великих композиторов на написание опер на эту тему. Гектор Берлиоз «Осуждение Фауста». Это мы услышим, может быть, в следующем году. Гуно Шарля мы слышали уже, отрывок из оперы «Фауст». А теперь Арриго Бойта написал оперу, в название которой вынесено имя «Мефистофель». Эльдар Абдразаков, ария «Мефистофеля» со свистом. Подпевайте! Fiskio.
было супер, спасибо. Теперь совсем другое настроение. Композитор Франческо Чилея, ария из оперы «Адрианна Лекувриер». Итак, на сцене Адриана. Адриана Лекувриер не просто красивое имя, оно принадлежало очаровательной женщине, и эта женщина действительно украшала собой Париж, и это было в 17 веке. Она служила в театре, который и поныне радует всех. Это знаменитый театр Комеди Франсез в столице Франции. И судьба ее была печальна, потому что влюбилась она в одного очень высокопоставленного человека, которого звали Макс. И была у нее соперница, тоже из высшего общества, которая от имени Макса прислала Адриане букет фиалок, и был этот букет отравлен.
И в возрасте 38 лет она, надышавшись волшебным, но ядовитым ароматом цветов, отошла в лучший из миров. Но печальные страницы есть не только в судьбах исторических персонажей, страшные страницы есть в жизни целых народов. И сейчас у нас будет отдельная страница, и это будет посвящение от хора. Александр Витальевич, дорогой, переведите дыхание. Сюда, на этот подиум, выйдет народный артист России, художественный руководитель хора, мастера хорового пения Лев Конторович. И акапельно, то есть без сопровождения, прозвучит абхазская песня о ранении. Oh,
Конторович, художественный руководитель и главный дирижер Академического большого хора «Мастера хорового пения». Абхазская песнь «О скале». Дорогие наши, а теперь представьте 10-летнего мальчишку с вихрами светлыми на голове, с трубой в руках, который мечтает о том, чтобы весь мир услышал его блестящий музыкальный инструмент, потом к этому добавляется желание дирижировать, потом к этому добавляется желание сделать татарский оркестр одним из лучших в мире, и все эти мечты почти реализованы. Жаль, трубы сейчас нет, Александр Витальевич. Сегодня у Александра Сладковского день рождения, и это большой для нас праздник. С днём рождения!
хотели отпустить его сегодня. Пытался дирижировать Эльдар. Я, Хибла. Не получилось. Пришлось заставить его работать. Товарищ де Куртис постарался и написал песню о любви к Александру Сладковскому. И следующая песня тоже о любви. «Очи черные». Увидел вас, я не в доме.
куче пламен, и манят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страданий нет, где вражды и запрет. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь. Улыбайтесь, вы искупили меня, очи черные унесли навек мое счастье. А теперь, друзья, пристегните ремни. Сейчас будет что-то фантастическое. Сейчас прозвучит визитная карточка оркестра из Казани. И это написано нашим современником, композитором, который обожает этот оркестр, обожает Александра Сладковского. Его зовут Александр Чайковский. И это часть его большого произведения, которое называется «Стан Тамерлана».
хупари фестиваль Хайфлер, Ругала Казара, Штус Хунюхен и Каларси, Тубуб, Букалыш Зыков, Шхибли Бирзма. Тубуб Дарадза. Ильдар Абдразаков, Александр Сладковский, Лев Конторович, Хибла Герцмава. Николай Владимирович Ачба, мы специально сюда вышли для тебя. Мы тебя любим. Спасибо большое за многолетнюю дружбу. Спасибо за меценатство. И спасибо за то, что вы поддерживаете искусство бельканто. И спасибо, что вы великий меценат. Спасибо, Николай Владимирович.